Я плохо помню, что происходило после финального свистка. Ну, наверное, закричал. Как мне сейчас сказал один мой товарищ, он говорит, ты, говорит, дважды молодец. Я говорю, почему дважды? Он говорит, ну, во-первых, выиграл, во-вторых, молодец, что не получил инфаркт во время матча. Ну, может быть, секунд за 12 до конца. Я так уже как-то понял, что, ну, наверное, наше. А до этого, ну, мы то выйдем, ну, вы сами видели, то выходим вперед, то... Не, со словами как-то у меня не складывается сегодня, вот, не знаю почему. Что я сделаю сегодня после победы, я обязательно напьюсь. А что произойдет в Москве, я пока не знаю. Вот. Но мы хотим очень хорошо отметить, потому что мы заслужили это отмечание, мы заслужили этот кубок. В конце концов, мы чемпионы. Все эмоции остались на паркете. Плюс, когда радовались, просто вышла буря дополнительных каких-то эмоций. И сейчас мы, можно сказать, что немножко скупы на эмоции, но в то же время очень рады, что выиграли Евролигу. Тяжелый сезон, мы долго шли к этому. Я думаю, что мы заслужили. Coming out here, Cheska, you feel me? I'm from the Trey 4, Carolina. You know, I'm interviewing myself today. We won with champions. Can't take it from us. They say we were soft. Yeah, all right. All I'm saying is, let's go, Cheska! Let's go, baby! Perfect. All year, we've been, like I said, working for this, 9 months here. Like I said, all year we've been battle tested, ups and downs of the season, and to finally get to the end of the road and win a championship is no greater feeling. To recognize something, like I said, hard work and individual talent is good, but I'll take the EuroLeague championship over it any day.